Всем привет! Рад вас снова приветствовать. Сегодня я хочу сделать небольшой обзор на снаряжение продукции марки АВЛ. Вот у меня крыло и подвесная система. В частности, сегодня я хочу поговорить о системе регулировки стропы EasyFit. Да, это система быстрой регулировки стропы. Очень интересное решение. Итак, в чем же преимущество такой системы? Не секрет, что с возрастом мы меняем свои размеры. Да? Кто-то худеет, кто-то полнеет. И если мы купили себе снаряжение дайверское свое, точно свой размер, то со временем, возможно, нам потребуется его поменять из-за того, что мы выросли из этих размеров. А с системой EasyFit этого не требуется. Все очень просто и удобно. Вот у нас скобы. Это как раз и есть система EasyFit. Они крепятся к стандартной спинке. В данный момент у меня спинка DiveRite, да, алюминиевая. В стандартной прорези сюда, то есть во вторую прорезь мы вставляем эти скобы. Пришлось, конечно, немножечко доработать, просверлить отверстие и прикрепить, собственно, эти скобы. Зато теперь регулировать стропу стало очень легко. То есть она абсолютно свободно движется. При надевании снаряжения вы просто подтягиваете стропу до такой степени, чтобы у вас было комфортно, плечевые лямки были комфортные. И все, и пряжечку застегиваем. Все, больше никуда ничего не двигается. Закончили дайв, расстегнули, потянули, да, и удобно вылазить. В чем был недостаток стандартного крепления? Вы отрегулировали стропу под свой размер. Да, плотно достаточно. И когда вы снимаете снаряжение, было достаточно затруднительно, особенно в сухом костюме, из него выйти. То есть требовало определенных усилий. В то время как в жилете вроде бы пряжечку пластиковую расстегиваешь и выходишь. Сейчас этих неудобств нет. В принципе, мы отсняли видео о снятии и одевании этого снаряжения как на суше, так на поверхности воды и под водой. Вы можете это увидеть в нашем ролике далее. Thank you.
как система EasyFit сделала регулировку подвески, соответственно, снаряжение под любого дайвера легкой и удобной, мы стали использовать данное снаряжение в прокате. То есть, если у нас дайвер приезжает без своего снаряжения, мы выдаем ему, при желании его, естественно, снаряжение с такой системой. Дайверу удобно, нам тоже очень удобно. Не требует содержать большой парк снаряжения разных размеров. Сейчас мы начинаем активно сотрудничать с компанией AVL в плане использования их снаряжения, снаряжения их производства. Мы его оттестировали, обзор скоро будет готов. То есть мы тестировали пока только однобаллонные крылья. Вот, будет обзор по ним, я все расскажу, как и что. Ну а я хочу с вами попрощаться, до скорых встреч. Скоро будут обзоры по выбору снаряжения. В частности, мы сделаем обзор по выбору подвесных систем, по выбору жилет-крыло, то есть компенсаторов плавучести, и по выбору регуляторов. Всего хорошего вам, до новых встреч, долгих, интересных, безопасных погружений.